Труд добровольцев очень важен. Они готовы помочь и поддержать. Волонтеры охотно дарят добро, ничего не требуя взамен. И совсем не ждут поощрения и каких-то наград за свое содействие. И все же их замечают и отмечают. День волонтера культуры отметили в малом зале Славянского городского дома культуры. На торжественное мероприятие были приглашены ребята из двух клубов волонтеров культуры «Лига добра» и «Импульс». В 2022 году добровольцы сделали много хорошего, и за это их сердечно поблагодарил начальник управления культуры Славянского района Дмитрий Решмет. Мы, наверное, поддержали вашу инициативу и, может быть, помогли объединиться. Поэтому сегодня у нас такие замечательные лица, замечательные ребята, наши волонтеры культуры. И я в первую очередь поздравляю вас, наверное, с первым, ну, может быть, наверное, профессиональным праздником вашим. И надеюсь, что этот праздник будет не последним, что мы с вами будем встречаться очень часто, взаимодействовать, сотрудничать. Вы будете такими же отзывчивыми. За это вам огромнейшее спасибо. Вы большие молодцы. И я по-настоящему горжусь, что у нас есть такие ребята, есть такая молодежь. Затем состоялось награждение приглашенных волонтеров, которые наиболее ярко проявили себя. Славянские добровольцы не привыкли отсиживаться в стороне. Они всегда в центре интересных мероприятий и запоминающихся культурных событий. Я люблю дарить людям радость, какую-то улыбку, чтобы люди были счастливы, так скажем. Мы оказываем помощь в проведении разных мероприятий. Опять же, разной направленности. Мы можем участвовать в музыкальных мероприятиях, в конкурсах чтецов мы участвуем довольно-таки часто. Проводим разные акции, допустим, с Славянским отделением Красного Креста мы участвовали в акциях «Полка добра», также «Вещам вторая жизнь». Мы оказываем помощь комитету женщины и солдатских матерей. Благодарственные письма и памятные подарки вручены лучшим из лучших за личный вклад в развитие волонтерского движения, за неравнодушие и отзывчивость. Несколько раз мы проводили акции рядом с библиотекой. Мы раздавали листовки, приглашали людей к себе, чтобы они узнавали для себя что-нибудь новенькое. Потом помогали с ярмаркой в Северном парке. Ну, я хотела бы сказать, что мне очень нравится здесь. И здесь очень весело, очень хорошие люди, очень хороший коллектив. Однажды я познакомилась с ребятами, которые вступили в этот клуб. Мне понравилась их история вообще, то, что они делают. Вот, и решила тоже попробовать. Мне нравится заниматься волонтерством, потому что мы проводим разные акции для прохожих. Полку волонтеров все время прибывает. Волонтерские книжки были вручены ребятам, которые решили стать добровольцами. Свои визитные карточки представили всем собравшимся клубы волонтеров культуры. Мы волонтеры, мы вам поможем, мы волонтеры, все сделать мы сможем. Нам не страшны ни дождь, ни ветер, мы волонтеры, с земли наши дети. Много добрых слов было сказано в этот день в адрес славянских волонтеров, а завершилось мероприятие занимательной игрой «Новогодний квиз». Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».